Майя 2018, давайте в этом ролике рассмотрим именно Boolean. Что он делает и что это за штукенция такая. Так, откроем сферу. Можно Scale немножко ее вот так вот прибавить. Следом добавим, можно куб. И его чуть-чуть так вот прибавим вот таким вот образом. Переключимся на курсор. И тут вот фишка такая, что вот в Mesh есть функция Boolean. Здесь Union — это объединение, Difference — это вычитание, и Interface — это пересечение. Так, выбираем сначала первый тот объект, из которого будем вычитать, и через Shift выбираем второй объект, который будет вычитаться. Допустим, заходим в Mesh, находим Boolean и жмем Difference, ждем. Вот вы видите, что из куба произошло вычитание именно сферы. Ctrl-Z. Теперь вот так сделаем. Снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. И можно объединить их. Выбираем опять же два объекта. И жмем Mesh. И жмем Union. Вот теперь это у нас один объект. Так, теперь Ctrl-Z. И теперь попробуем все это дело именно срастить. Выбираем куб, выбираем через Shift сферу. И теперь выбираем Mesh и выбираем Intersection. Вот этот. Вот такая вот штука получилась. Ну, такая прикольная функция в Maya 2018. Все, всем пока, до свидания.